Поэтому мы очень благодарим вас, что, дорогие наши учителя, что вы нашли время прийти к нам на праздник. И также благодарим сразу за помощь, за то, что праздник, когда нам все, пожалуйста, мало. А теперь начинаем наш праздник. Праздник у нас сегодня особенный, большое торжество. И как у каждого торжества, у этого праздника есть свои виновники. Виновники наших радостей и волнений. И кто значит, давайте их поприветствуем. Вот и сегодня они радуют нас своими достижениями. Успешным окончанием начальной школы. И поздравит их любимый учитель Инна Феликсовна Киселева. Не поздравит даже, не поздравит. Ну, мне хочется сначала вас поздравить. Мне вчера очень понравилось, как мы отметили с вами конец 4 класса. Такие пришли все повзрослевшие, красивые, нарядные, взрослые. Семен пригласил учителя на танец на медленный. И такой озорной, всегда подвижный, замечательный парень был, такой серьезный и красивый. Мне было очень приятно. Спасибо, Семен, тебе за этот танец. И все девочки такие были красивые, нарядные, мальчишки повзрослевшие. С девочками мы обрыгали, так нам жалко было расставаться, но мы решили, что мы встретимся в следующем году. И сейчас мне хочется всем, каждому, кто-то старался лучше, кто-то немножечко хуже, но все равно вы старались, все равно такого класса больше не будет. Так, сначала я вручу с похвальными листами нашим отличникам. У нас 3 отличника почти все 4 года. Большое вам спасибо за ваш труд, за ваши старания. Награждается Любкина Дарина. Тут обязательно грамота маме за хорошее воспитание дочки. И тут маме грамота за ту работу, которую вы нам, художественную работу, оформление класса все 4 года. Маме сказали. Да, не снимай. Вы знаете. Здравствуйте!
Лёша, Ваня, Ксюша, Кирилл, Гариса, Дарина, Журавлёв, Женя. Выходите. Арсен, Сима. Лёша, Ваня, Ксюша, ну последний, конечно, хочется долго позвонить. Лёша, а хочешь, Даня, что? Постой, ещё. Хочешь, последний урок. Ницца и Торик, последний звонок. Где бы я ни был, куда бы ни шёл, каких бы я новых друзей.